Всем добрый день! Сегодняшний наш ролик посвящен вот этому мицеллярному гелю для снятия макияжа и очищения кожи под номером 0716, который вышел в коллекции Aquasmart компании Faberlic. И это действительно очищающее средство нового поколения. Во-первых, потому что содержит в себе мицеллы, которые очень мягко и тщательно и в то же время деликатно очищают нашу кожу не только от макияжа, но и от загрязнения, которое есть у нас. То есть они как маленькие такие губки, как магнитики, притягивают грязь к себе. Поэтому мы очищаем нашу кожу без такого грубого механического воздействия. То есть нам ее не нужно тереть 350 раз, чтобы снять макияж или грязь с лица. Это один момент. Второй момент. Благодаря своему уникальному составу, это же средство уже даже во время очищения начинает ухаживать за нашей кожей. А в отношении этого геля, здесь действительно присутствует вот та самая система Aquasmart, о которой мы уже говорили. Это система, состоящая из 4 натуральных ингредиентов. Первое. Это экстракт овса, это экстракт льна, это экстракт ламинарий и усилен этот эффект действием креатина и карнитина. Вот. Но некоторые женщины могут дочитаться, конечно, что в этом геле присутствует пропиленгликоль. И поскольку этот ингредиент всегда вызывает, вот и до сих пор в интернете бурные такие споры, всевозможные там страшилки ходят и так далее и тому подобное. То есть я уже к пропиленгликолю отношусь достаточно давно и спокойно. Почему? Потому что он продукт, который разрешен для применения в дерматологии и косметологии. Более того, вот, например, вот такой крем компании Бюбхен вообще состоит в основе, содержит пропиленгликоль. То есть этот же ингредиент, который применяют в косметике для новорожденных. Поэтому мы сразу этот вопрос снимаем. То есть кто хочет, тот ищет информацию, да, разбирается и, в принципе, успокаивается. Но кто сильно напуган, ну, тот будет выбирать, понятное дело, что косметику для себя без пропиленгликоля. Но тем не менее, повторю, он здесь присутствует. Тем не менее, вот такой вот мягкий состав позволяет, еще раз скажу, нашу кожу и деликатно очищать, и в то же время за ней ухаживать. Что у нас как бы относительно такого нового, да, то, что мы знакомы с мицеллярными водичками, а здесь гелевая текстура, поэтому нужно наносить на ватный диск, очищаем мы кожу именно с помощью ватного диска, поэтому нужно наносить небольшое количество. Я вот на своей руке нанесла несколько декоративных средств. Здесь есть тональный крем, здесь есть пудра, здесь есть подводка черная, здесь есть синий стойкий карандаш, здесь есть блеск, и здесь есть обычная губная помада, вот сыворотка, которая у меня, и здесь есть стойкая помада. Обращаю внимание вот именно на стойкую помаду, вот ее нанесла. А почему? Потому что, в принципе, указано, что гель не снимает стойкий макияж, но, как показала практика, он даже очень хорошо снимает, в том числе даже стойкий макияж. Поэтому я сейчас просто продемонстрирую, как он работает. Буквально за считанные минуты, даже за доли секунд, я бы сказала, он способен очистить нашу кожу. То есть, видите, небольшое количество нужно, потому что даже я первый раз ляп-ляп и так далее. В общем-то, пока я буду наносить и снимать, я скажу вот что. Во-первых, очищать нужно, понятное дело, что по массажным линиям. Это, думаю, не оговаривается даже. А во-вторых, применять этот гель могут не только молодые женщины, потому что у нас коллекция вообще Aquasmart рекомендована для молодой кожи, там начиная от 20 лет. Тем не менее, женщины старшей возрастной группы вот этим же гелем мицеллярным могут тоже пользоваться и получать несказанное удовольствие. А гель вообще не жирный. Он, знаете, он настолько комфортный, очень приятный, поэтому те женщины, которые привыкли вот к таким текстурам, как пенки, умываться с водой, они тоже могут по достоинству оценить этот гель. А после очищения его необходимо вообще смывать. И после него не обязательно применять тоник. Можно сразу наносить свой крем. Но я знаю тех женщин, которые все равно вот у них такое полноценное ощущение чистоты наступает только лишь после того, как они умылись с водой. Так вот, мы нашли такой выход из этой ситуации. Они сначала очищают свою кожу с помощью этого геля, потом просто-напросто идут, ополаскивают лицо водой, просушивают, промокают и пользуются тоником, не пользуются тоником, но могут уже смело наносить крем. Потому что гель действительно очищает кожу до, ну я не знаю, вот
Вот тщательно, вот смотрите, даже я несколько всего там в течение минуты потерла, и в том числе стойкая губная помада, она просто-напросто исчезла. Вся грязь остается на ватном диске, ведь он пропитывается полностью, поэтому без всякого. Единственное условие, еще раз повторю, нужно, вот гарантией чистоты будет являться чистый ватный диск. Поэтому вы протерли один раз, да, вот вы сняли, казалось бы, всю грязь, весь макияж, поэтому убедитесь еще раз в том, что ваша кожа чиста и готова к применению крема. Еще раз, небольшое количество геля нанесите, можно меньше, чем в первый раз, потому что вам уже не нужно снимать ни макияж, ни грязь, убирать вот абсолютно капельку. И еще раз протрите свою кожу, ну, в данном случае, понятно, кожу лица. Вот он, если есть еще дополнительное загрязнение, остатки, видите, он покажет. Поэтому сделайте процедуру несколько раз, пока у вас на ватном диске вообще не будет никаких следов от декоративной косметики, тем более, или от грязи, которая у вас осела на коже. Вот, поэтому очень хорошая, очень удобная вещь, очень экономная вещь, вещь, которая 3 в 1, с помощью которой можно снимать макияж с глаз, лица, губы, ну, шея, декольте. То есть это продукт универсальный, такой вот комбинирующий, да, поэтому он заменит несколько продуктов. Еще раз повторю, он 3 в 1, он снимает макияж с лица, с области век, с губ и, понятное дело, что шея, декольте. При этом он собой заменяет средства очищающие и уже тоник, потому что настолько подготавливает нашу кожу к крему. Более того, иногда, когда вот вечером вы приходите, у вас уже не остается времени нанести крем ночной, там, как положено, за час до сна, вы просто можете снять макияж и уже идти ложиться спать, потому что ваша кожа, она настолько вот нежна, настолько он комфортный, не стягивает ее и ухаживает за ней, поэтому вы, ну, можете даже спокойно пойти лечь спать, у вас кожа уже все равно будет ухожена, увлажнена, по крайней мере, да, таких вот добавок антивозрастных в нем нет, но вот этот комплекс Aquasmart все равно будет продолжать свое действие и свою работу. То есть замечательная вещь, замечательный гель для снятия макияжа, и, ну, я думаю, что многие женщины действительно будут любимым продуктом, потому что понравится, и им будут пользоваться. Так что пользуйтесь, получайте удовольствие и помните, до чистого ватного диска.